Zombie apocalypse. Ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами продолжим играть в игру FIFA Mobile Red for Звезды. И сегодня, ребята, пятница вечер, где открывается игрок с рейтингом 90+. Вы это понимаете, 90+ рейтинг, это вообще бесплатно за 250 очков. И нет, вы, наверное, увидели, кто уже этот игрок. Ах да, это Роберт Левандовский, ребята. Да, такой голос у меня сейчас. Ну, смотрите, 10 часов, 22.11, я сейчас снимаю видео. Да, вот он, Роберт Левандовский. Это вообще настало, посмотрите. Редкий, Левандовский, капец. Тут может куча Левандовских выпасть, капец. Это явно мне выпадет сегодня... Ну, я не знаю, мне открывать это стоит или нет. Потому что, ну, не знаю я, вообще не знаю. Если выпадет Тотти карточка, это вообще будет класс. Ну, не знаю, конечно, я не хотела позицию ПФД. Ну, и ПФД тоже неплохо. В принципе, это тоже нападающий там, ну, нормально. Также у меня вот 50 очков. Мы сейчас откроем вот этот вот. Хотя я уже его не могу открыть, точно, да. 23 часа надо ждать, ребята. Это мы уже в следующем видео будем открывать эти паки. Ну, а сейчас мы получим, ребята, с вами Роберта Левандовского. И какие-то, наверное, сколько у меня останется, посмотрим там. Ну, у меня должно остаться там, в принципе, 175, да, или сколько там. Ну, в общем-то, у меня останется, да, как раз на какой-то пак, может, на тот и пак. Не знаю, на какой пак мы сегодня его откроем. Сегодня у нас два пака будет 100%. Давайте, ребята, начинать. Ой-ой-ой, 250 жетонов. А если выпадет... эпичный Левандовский 97, то мы с вами сможем его обменять вот здесь и получить очки славы, гарантированные очки славы. Просмотрите испытания там, и состав я не буду вам сейчас показывать, я хочу вам показать состав в конце видео. Так, ну и в принципе давайте начинать. Все, поехали, ребята, открывать этот набор. 90 250 жетонов, да, это вообще, блин, много, но мы трудились с вами ради этого. Надеюсь, что, ну, ребята, если у Левандовского 87, можно продать за очень отличные деньги. Левандовского 88 тоже можно продать, то есть 89 можно тоже продать за очень крутые деньги, мы очень много денег получить. Вот не знаю, как остальные Левандовские, но они пойдут тоже нам. Так что давайте, ребята. Раз... два. Все равно я на него собирал. На этот набор я собирал очень много дней. Я именно на него собирал. Так что я его и открою. Поехали! 250 очков. И Роберт Левандовский. Какой? Ой-ой-ой-ой. Там мне как-то страшно. И какой? 93 Роберт Левандовский. Тот с карточка. Тот с карточка. Подождите. Фух. Тот с карточка, так это же получается 93, рейтинг 93, это же, ой-ой-ой, фух, 93, хорошо, что мне не 90 выпал. Он нападающий или ПФД? Он нападающий или ПФД? Нападающий, есть, да он Суареза заменит, ну Суареза я не собирался заменять, ну ладно, о, давайте просмотрим испытание, возможно, можно за него получить 500 очков ретро, очков, ну не знаю, если это будет, конечно. Ну, давайте посмотрим. Тут, конечно, ЦАП позиция, но... Ладно, так, давай, смотрим, где на Роберт Левандовский. У меня Кока есть. А где он? А вон, где-то там он. Где ты? Вот где он? Так, где? Вы покажите. Так, фильтр надо? Или где его искать? Я не знаю. Вот, вот. А нет, оно не идет, ребята. А это надо игрока с рейтингом 87. Но таких у меня игроков пока мест нету. Ребята, мы с вами сейчас сможем обменять его. Ой-ой-ой-ой. И также у меня есть 175 очков. И мы с вами сможем открыть Тотти пак. А что именно Тотти пак? Потому что я этих игроков смогу продать. Просто, нам просто продать. Ну, не знаю, этот набор я не очень бы хотел открывать. Потому что у меня тут почти игроки все есть с этого набора. Так что я не очень хочу... Да, я вообще не хотел бы этот набор открывать. 175 здесь, 80, 90, 83 игрок, тут 83 тоже, но...
Тут 250 жетонов, это много. Тут тоже 200, но 200 это тоже многовато. Ну не знаю, как же нам поступить, а тут 200 тоже. Ну я не знаю, открывать ли нам противостояние Ла Лига. Ну посмотрите на этих игроков. У меня есть, ну и будет обидно, если мне попадутся те самые игроки, которые у меня были. Это Суарес и Варан. Так, фу, давайте посмотрим свежим взглядом. Яго Аспас, ты мне нужен, да? Годин тоже, ты мне не помешаешь. Годин тоже, в принципе, пойдет. А если выпадет Бейл, и Бейл или Месси? А если вообще в открытии? Ну, это не буду открывать, это просто трата жетонов. А можно еще раз так открыть? Ага, 200? Так, подождите, можно? Ну, я не буду открывать. Зачем мне еще один Левандовский? Мне не нужен еще один Левандовский, так что я не буду лучше этого делать. Я открою. Ну, не знаю. Ну, они так дешево стоят. Так, они дешево стоят. Не знаю. Если два игрока, это 600 тысяч с этого пака. 600 тысяч, это слабовато. А в принципе, я смогу собрать кумиров. Кумиров я бы смог собрать. Да. А вот здесь смогу собрать. Да, кстати, давайте лучше этот наборчик откроем. Потому что здесь, мне кажется, все-таки получше будут игроки. Но мне так кажется, да. Давайте откроем этот набор. Поехали! 175 жетонов тоже тратим. И очков славы у меня 0. И это Бакумбу, да. Нет! Это Бейл! Это Гаррет Бейл! Это Гаррет Бейл! Ребята, я вообще просто... Это Гаррет Бейл. Сейчас, тихо. Тихо, 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 тихо. Я не верю. В смысле, это какой Бейл? Это Бейл 91. Это Бейл 91. Это Бейл 91. Ну мне, ребята, выпадало Рабьёт 91. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Бейл 91. Ты у нас кем? Замен. Давайте посмотрим тактические схемы. 4-3-3 атака. Да, выбираем эту схему. Ой-ой-ой-ой-ой. Бейл на позиции Пезену. Ах, ты ПП, да, ты ППшник. Понятно. Ты на позиции ПП стоишь, понятно. Ну как? Ну я не хочу, чтобы Бейл стоял на такой позиции. А если есть какие-то позиции такие, чтобы ПП был? А ну давайте посмотрим. Посмотрим. Бейл 93 будет. Ну, в принципе, знаете, такое себе будет. Да, не, я не хочу менять схему. Пускай Бейл будет стоять на такой позиции, но... Ну да, это пока месть, а потом я собираю кучу денег и... Думаю, сделаю себе хорошую команду. Так, а давайте сначала... Ну, смотрите. Вау, это просто круто, ребят. А давайте, может, заработаем 200... 2 ляма 500 бесплатно. Возможно, получить это... Знаете где? Вот здесь. Это я вам покажу. Вот. Посмотрите, а ну что здесь у нас? Турниры? Угу, турнир. Так, можно поиграть? Или как? Так, ну так. А как тут играть? А, да я не знаю, что-то мне не играется оно как-то. Ладно, давайте не это сначала, давайте... Кумиры зайдем, и я смогу сейчас, получается, Бакумбу. Бакумбу, ты мне не очень надо. А где тут у нас команду с 80 рейтингом собрать нужно? И 2 ляма 500 мы сможем с вами получить. Это очень много. Бакумбу давайте сразу ставим так. Вот, Бакумбу, 85 сразу рейтинг стал. Ничего себе. Так, давайте, 80 рейтинг стал. Давайте теперь ЛФЗ поставим там, ну, какого-то любого...
Игрока, давайте потом Коке. На ППшника, кстати, давайте этого поставим. Не знаю, что получится. Давайте на цапника поставим нам этого. И на ЦЗшника давайте. Кого там на ЦЗшника? Давайте из кого-то из элитных поставим. Или не знаю. Давайте на ЦЗшника, не знаю. О, давайте Коке поставим. 77. ЛП. Так, нет, давай сначала ЦЗ закрывать. Так, а кто у меня там еще попался? Так, а, Суарес у меня есть. У меня есть Суарес. А где он? А, сейчас, ребят, я забыл. Я забыл кое-что сделать. Ну, мне не хватит. Я же сделать команду нормальную. Или покупать игроков идти. Ну, не знаю лучше, как это делать. Ой-ой-ой, не знаю. Так, а давайте состав второй обновим. Так, тактическая схема. И давайте 4-3-3 атака. Ставим вот так. Все, так, сделать активным. Ну все, в общем-то, так. Теперь Суареза мы сможем с вами поставить. Ну, то есть не играет Развезды, а заходим в с вами в Кумиры. И давайте теперь... Так, поставим, то есть сюда давайте пойдем. В смысле, а где мои игроки? А, я не туда зашел, понятно. А где мои игроки? Там где? Я кого собирал? Я Эрнандеса вроде бы собирал. Не помню, кого я собирал уже. Да, вроде бы я его. Нет, а где мои игроки? Алло. Ну ладно. А, Бакумбу заново все ставить. 88, аж рейтинг стал. Так, давайте сначала ухудшим. Ухудшаем все. Дело это. Так, давайте на цопника, наверное, это поставим. Нашего... А давайте вот этого пацана поставим. Он, в принципе, нормально стоит тут. Это себе поставим, пацан. Нормально, ребята, идет пока вместе. Отлично. Отлично. И давайте сейчас ЛП. Ну, не знаю. Ну, давайте поставим. Да, вот так тебе. А вот ЦЗшника давайте поставим. Вот. А, хотя нет. Тихо, давай тебя лучше сюда поставим, мне кажется, ты тут будет... Ну, хотя одинаково, но... Ладно. Нет, где же... Ой, нет-то нет. Уйдите так. А где же... Где же наши еще игроки? Вот Кока есть. Тебя Кока, куда тебя поставить, Кока, я не знаю. Суарес, Бакумбу где-то есть, да? Бакумбу. Бакумбу у нас есть. Ну, давайте его. Ну, его не знаю, куда лучше поставить. А вот так. А вот так. А если вообще поставить вот так. И вот так. Короче, здесь все равно. Все равно здесь все. Так, а я же хотел. Давайте, наверное, сделаем так. Сейчас я... О, вот Кок есть у нас. Эх ты, Кок, куда же тебя поставить? Мне нужно два игрока хороших. Желательно ЦЗшников. Ну, я думаю, ребята, давайте поставим Жерара Пике. Он все-таки стоит там 400 или 500 тысяч. А купим нормального, хорошего ПЗшника. А Гаррета Бейла? Гаррет Бейл, мне тебя жалко. Ты в нашу команду не вписываешься. Не вписался ты в нашу команду. Или ЦПшника мне надо. За 2 ляма 500 можно сделать, ребята, отличный... Отличнейший составчик. Да, вот так. Ну, давайте сначала Пике поменяем. Пике можно купить легко за 400 тысяч. Это вообще небольшая сумма. Так у меня Линдефель есть. Чего я Линдефеля не поставил? У меня же Линдефель свободный. Вроде бы ж, да? Так, ребята, уже видеоролик идет долгий-то. А я тут не могу никак получить 2 ляма 500. Но я это сделаю сейчас. Для вас это сделаю. И мы с вами потом уже... В следующем видео я вам покажу, что у меня вышло. Куплю игроков там всех и посмотрю, что у меня вышло. Так, 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 тихо. А, Линдефеля я использовал уже. Вот я обратно, блин, надо выходить и заходить. И ЛФЗшника мне надо нормального, но не знаю, пойдет ли мне там... Да ладно, за 70 тысяч можно купить нормального игрока. Поменять на какого-то там самого... Вот тебя, например... Так, 89, все равно мне, все равно просто. Все равно, так. И Пике, ты до свидания-ка там. А я куплю себе какого-то
очень отличного ЦЗшника. И будет у меня отличная команда. Ну, не знаю, давайте купим какой-то игрока такого. То есть 84 рейтинг. Давай, то есть 74. Давайте 75 поставим. Там позиция все равно мне цена. Да 70 тысяч ставим. Поиск. Ну вот, вратарь. Ну какой вратарь? Вот, ПЗшник. 67 тысяч. А, так вот, 20 секунд. Сэкономим деньги, но... Деньжат сэкономим. Ну да, в принципе, 3 тысячи сэкономим. Ладно, давайте так сделаем. Так, 14, 10 секунд. Ну, давайте потерпим, уже 10 секунд там всего лишь-то навсего. Могли бы попроще Тарасова купить. Да ладно, ну его. Все, давайте лучше возьмем его все-таки. Давай уже. Ожидание, все. Ну, давай прогружайся. Все, наш игрок. Так, принимаем. И погнали, сделаем там... Что мы сделаем? Да, уже устал за день, еще находился. Так, уже... Сейчас, давай. Вот, должны сейчас мы получить 2 ляма 500. Ой, 2 ляма 500 меня ждут. Гаррет Бейл, как мне тебя жалко, блин. Вот если бы... Ну и так, Гаррет Бейл мне нормально... Вот, Пике, 83. И пожалуйста, ну, ну как... Да нет, 79. Блин, ну надо же, получается, какого-то еще игрока нам внести из своего состава. Например, знаете кого? Вот мне кажется, Гаррет Бейл, ты сейчас нам пригодишься, но это не точно. Мне кажется, что лучше все-таки Рабьота. Рабьот или Ивоби, не знаю. Ивоби, Рабьот. Грималду я менять не буду. Грималду он отлично играет. Вот Рабьот, ты как-то не знаю. Давайте Рабьота. Он все-таки в мою команду выйдет. Сопник. Мне он не нужен. Я все равно сейчас куплю себе сильного ЦПшника. Он просто будет стоять на... Он вообще нигде не будет стоять. Он просто будет запасным игроком. Кстати, Левушку надо посмотреть. Так, Лева, покажи свои статы. О, ничего себе. Ой-ой-ой, вы все видите, все видите. Польша, Байер, Бавария, какая Байер? Уже начинаю, блин, путаться. Бавария, только Бавария, да. Бавария, Байерн, Байер Мюнхен, да. Бавария, все, это и всем ясно. Тот с карточка, сколько она стоит на рынке? 93 рейтинг. Так это можно заработать, ребята. Ну, вы с нами знаете, сколько денег. Так, что я вышел и зашел? Вот что я творю? Так, я поменял его. Вот я, ребята, уже торможу. Начинаю тормозить. Тормозить. Ой, так нафига я это делаю? Так, ну я не могу просто сосредоточиться, ребята. Второй состав давай. Давай, ставим вот этого. Да блин, уже видеоролик получается очень длинным. Все, ребята, давайте заканчивать на этом. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И мы сейчас завершим это видео на 2 лямах 500. Давайте. Давайте. Так, я зря потратил 60 тысяч, получается, да? Ладно. Ну уже, где вы? Где вы прячетесь? Где вы прячетесь? Где вы все прячетесь, игроки? Покажись. Покажись. Ты, Рабьёт, покажись. Вот ты где. А, в принципе, я могу поменять на какого-то самого там... Такого, например, вот поменять. Смотри, так. Во! Я даже Жерара Пике не буду тратить. Или кого мне лучше не потратить? Вот Бакумбу. Да нет. Вообще отлично. Я даже Бакумбу, то есть Жерара Пике, не буду тратить. Вот, отправить. Суарес. Де Луис Суарес. Ох, ладно, до свидания. Да. Подтвердить. Все, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Денплей. Давай. 2 ляма 509 тысяч. А, класс. И не забудь поставить лайк и подписаться. Я даже говорю уже сотый раз. Все, ребята, всем удачи. И всем пока.